В современных условиях перед образованием выдвинуты сложные задачи подготовки молодежи к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды, формирование умения общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей. В стенах гимназии имени Максима Горького стартовал конкурс «Лучший учитель родного языка». В ходе мероприятия учащиеся образовательного учреждения подготовили вокальные, хореографические и сценические номера, содержащие по своей сути этнический колорит Дагестана. Система образования многонационального государства несет ответственность за сохранение и развитие родных языков и национальных культур народов. Данный конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогов с учетом новых государственных образовательных стандартов, росту профессионального мастерства педагогических работников с использованием современных инновационных технологий. Повышение уровня значимости родных языков в системе образования – одна из главных задач. О том, что и мы живем на земле. Откуда им знать, если мы сами себя еще как следует не знаем? Нет на земле гор, похожих на наши. Нас 1 миллион. Мы собраны в каменную горсть дагестанских гор. 1 миллион человек и 40 разных языков. В продолжении мероприятия слово было предоставлено председателю организации профсоюза работников образования Гаджи Ибрагимову, который в своей речи отметил, что вклад, вносимый учителями родных языков, неоценим. В основе труда каждого педагога лежит освоение детьми необходимых знаний родной речи. Если глубоко призадуматься, Дагестан – это многоязычие. Нет народа без языка. Это язык матери, потому что если народ не знает своего языка, то нету и самого народа. Изучение родных языков в образовательных учреждениях способствует всестороннему развитию подрастающего поколения. Повышение престижа педагогов родных языков имеет немаловажное значение. По словам организаторов, проведение данного конкурса прежде всего позволит выявить профессиональный уровень каждого из участников. Вика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев. Информационная программа «Пульс».